Ураган купается на Азовском море. Вот он, смотри, где у нас. Вот он пошел с ними. Вот он. Это наш ураган. Смотри, где в Азовском море плавает. О, это дело. Сейчас я бумажку положу и тоже искупаюсь. Вот он пришел. А. Ну ладно. Мы купаемся на Азовском море. Вот вдали там Игнатий Тихонович зовет урагана. И ураган, верный пес, плывет к нему. Вон он поплыл, ураганчик наш. А вон там вдали Игнатий Тихонович. Открылся где-то наш начальник, капитан дальнего плавания по зарубежью и по Украине. Вот только уши торчат над водой. Пловец, чемпион Сибири Сергей Павлович воспитал верного пса, но немножко вредного. Вот они встретились, друзья. Друзья, не разлей вода, и Азовское море не разлей. Море мелкое, я и читал об этом, кажется, по географии, что оно... метров 5 или чуть больше, 10 ли глубины. А здесь долго-долго идешь, и глубина небольшая. Я зашел на метров 60, наверное, от берега, и глубина даже по пояс нету, настолько мелкая. Вода опресненная, почти как в пресном озере. Вот купались мы на Черном море. На Черном море там вода гораздо солонее. Сюда в Азовское море впадает Дон, река, она опресняет это море. А и Азовское море небольшое по сравнению с Черным. Вот они, наши друзья. Не собака, а город.